О, Monarch Cinema с вами. А тут интересненький объектик нашел. Но я сейчас смотрю, он работает, там камеры стоят. Вот здание, оно отдельно стоит. Сейчас мы в него попробуем пройти. А так, по факту, здесь тоже, походу, что-то было. Просто, видите, все разбомбили. Разбомбили, разломали. Вообще, он, по-моему, какой-то водоем был. А может, подвал. Ну ладно, сейчас пройдемся, посмотрим. Вон заяц раком лежит. Что находится за забором, пока не знаю. Но слышу, как там воздух шипит. Вот. Здание вот это четырехэтажное. Сейчас мы попробуем подняться. Может быть, с этажей, короче, глянем через забор, что там. Так, справа у нас лестница. А слева первый этаж. Разломанная мебель валяется. Слушайте, прям пол шевелится подо мной. Бухгалтерия, что ли, какая-то. Много-много всяких. Типа актового зала. И выход тут был. Никаких вывесок нету. Это, наверное, вообще главный вход, судя по всему. Пихточки такие стоят. Не знаю даже, что это за здание. О, блин, не заметил. Лыжи. Старые. Старые лыжи. Блин, окна такие большие. Это вот от сварочного аппарата, скорее всего. А может быть, от косы. Ну, шлем. Чтобы глаза защитить. Тут пол разобрали. Каска. Кресло. Оп. Это подвальчик. Куда-то ход идет. Отсюда вот, скорее всего, пытались трубы подоставать. Не хотел. Из-под ноги улетел. О, ничего себе. Каширский завод алюминиевого литья. Во как. Внимание, частная территория, проход запрещен, ведется видеонаблюдение. Ага.
Это, скорее всего, вот про эту, про это отверстие в стене разговор идет. Сейчас мы режимчик поменяем. И посмотрим вдаль. Ну, там какие-то проходы есть. Кто-то туда уже проходил. Ну, мы законопослушные граждане. Мы ничего нарушать не будем. Однако, никто не мешает нам подняться наверх. Ну, вот теперь понятно, что это. Закрытое акционерное общество. Каширский завод алюминиевого литья. Угу. Это Туахлет. Вот часть забора. Уже как бы типа внутри. Только когда я буду теперь в следующий раз высовываться из окон, надо будет отключать свет. А то нас так быстро спалят. Какие большие помещения. Угу. Линолеум. Здесь вот плитка. И там плитка. И тут у нас лестница. По ней поднимаемся наверх. О, птичка. Она вот попалась в клетку. Тебе надо, птичка, в другую сторону. В другую сторону тебе вылетать надо. Вот туда лети. Блин, как тебя согнать-то? Птичка. Давай, давай. Кш-кш-кш-кш-кш-кш. Оп, оп, оп. Давай, давай. Чу-чу-чу. Улетай, улетай. Да не в эту сторону. Вот, блин. Это проблема. Она здесь, походу, надолго. Ага. Линолеум поддирали. О. Нет, здесь не пойдем. Сейчас попробуем другое место найти, откуда сможем заглянуть. Блин. Нельзя так грохотать, это палево. Ага. О, а там он, человек какой-то что-то собирает. Проволоку, наверное. О, керамзит мелкий. Это вообще кто-то все разбирает.
Вот там погрузчик стоит, разобранный. Грохот какой-то слышу. Ну и все на этом. Так, ладно. Пройдемся еще. Вот керамзит прям такой. А, это техническое здание какое-то было. Тут трубы идут. Окна все нараспашку. А, что мы знаем? Охрана. Здесь охрана сидела. Охрана. Вот она, эта лестница, которая выломана. О, сечете? Вот так-то. Это, короче, куда-то в другое здание, походу, шло. Такой своеобразный переход. О, и вот как раз вот это мы с вами там в самом низу были. Видите? Вот. Куда мы добрались-то? Ага. И вот этот коридор, который идет уже на сам завод. Вот там машины стоят. Тут в это здание еще проход есть какой-то. Здесь тишина. Здесь вообще почти все заросло. О, ничего себе, какой грохот был. И все. Вот дальше мы пройти не можем. Дальше все загородили. Но по факту, мы уже с вами внутри здания. Ага, вон этот погрузчик. Тропинка, кстати, идет. Прохоженная. Блин, а это здание, походу, еще работает. Ладно. Это получается, что вот прямо это были еще цеха, которые, к сожалению, до нашего с вами похода не дожили. Их просто убили. Ну, а так это было, по-моему, еще какое-то предприятие тут соединялось вот таким вот коридором, и можно было как-то работать. Что-то, ну, видимо, цех разваливался, его решили убрать. Вот и все. Наш поход закончился. Ну, никакого видеонаблюдения я здесь не видел.
Его просто здесь нету. Так что пусть не врут. А мы с вами начинаем спуск. О, кто-то переодевался. Видите, ботинки послетали. Тут, походу, мебель-то хорошая была. Тут какие-то накладные, бумажки. Удостоверение. Ничего себе. Удостоверение. Новое, но никак не подписано. Угу. Печалька. Так. Вот там проход. А, вот тут тоже был проход. Сейчас мы попробуем туда заглянуть. А? Чего там видите? Сейчас мы вот так-то выключим. Это тупик. Блин, такой дым стоит. Как будто здесь кто-то был. Банки спросим, видимо, тут занимались чаепитием. Ничего себе. Как давно ты этот фильм вышел? Это вот как раз мы под этим коридором. Да, вот оно. Шкафчик-то такой мощный. Тут документация какая-то прям в пачке не распакованная лежит. Перилы, конечно, все посрезают. Да, такая серьезная бездна. Это первый этаж или какой? Или там еще есть проход? А это вот, наверное, главный вход был. Только тут опасно выходить, потому что может... Вот мы с вами вот там вот были. Могло вообще на башку прилететь легко что-нибудь. Ага.
Ну вот мы и частично побывали на заводе алюминиевого литья. Как бы. А, и вот кусок. Видимо, это уже промышленный переход был. Вагонетки, наверное, какие-нибудь ездили. Еще что-нибудь. Вот, видите, подвалы. Они 100% затопленные. И там, наверное, 2-3 метра это точно будет. То есть, по факту, мы с вами, господа, ходим над чем-то затопленным. Да. Вот тут что-то делают. И вон тоже огромное производство. И вот неизвестно, оно работает, не работает. Никто ничего сказать не может, потому что нет информации. А вон у забора стоит лестница. Что-то туда кто-то пытался проникнуть. Вот тоже плиты поломали. И вот они там просто валяются. Можете представить себе, какая там глубина? Ну, не можете. И я тоже не могу. Вот, допустим. Так, блин, страшно наступать. А вон арматура. А, ну она, наверное, просто. Так, и получается, что мы больше нигде не можем законно попасть. А, вот люди выживают. Выкапывают всякий металл. Вот, и сдают его, и на это живут. Вон, видите, сколько перекопали. Ну, для кого-то это единственный вариант прожить. Вот он проволочку подергал, сложил, потом перетащит. Вот так вот и живут некоторые люди.